Мебельный салон «Калина» предлагает лучший выбор мебели в Шадринске. Гостиные, прихожие, мебель для детей, кухни, диваны и диванчики. Салон «Калина» – это хорошая идея для вашего дома. Работаем без выходных. Шадринск, улица Володарского, 31, телефон 5-16-35. На Мальцевском тракте во дворе дома номер 8 заканчивается строительство хоккейного корта. В администрацию города поступило обращение, в котором, в частности, говорилось о большом желании местных ребят заниматься хоккеем. Отсутствие оборудованной для этого площадки и послужило поводом обратиться с просьбой о помощи. На призыв откликнулись волонтеры физфака ШГПИ, но любое строительство невозможно без материалов. Мы написали письмо, просьбу Сухановой Елене Валентиновне, спецавтотранс, и она ответила, дала положительный ответ. Они предоставили материал по заказу жителей, вот Сергей Васильевич, что необходимо для этого строительства. Дерево они его сами привезли, мальчишки разгрузили, и вот в течение второй недели они заканчивают работу. Студенты факультета физической культуры пединститута взялись за дело с вполне объяснимым энтузиазмом, ведь их будущая профессия, наряду со всем остальным, предполагает всяческую поддержку любых начинаний, связанных со спортом. Группой посовещались, решили, что можно помочь, съездить, нам несложно. Сели, приехали, доски поколотили, сделали корт, в принципе, недолго, неделю делали где-то. У нас даже девчонки и гвозди забивали, и доски таскали. Было весело. Жители микрорайона, памятуя о популярности прежнего корта и в знак благодарности за доброе дело, поддержали активную молодежь не только словами, но и горячим чаем с пирогами. Ей просто холодно, в знак благодарности. Самоварский поделись, можем пирог состряпала и угостили их. Детям и родителям остается только по-хозяйски распорядиться новым спортивным объектом, используя его зимой и летом. Жители обещают, что будут со своими детьми, кто живет в этом микрорайоне, заливать. И всю зиму будут кататься на коньках, а летом играть в футбол. Как футбольная площадка вполне подходит.